Картина буквально сказочная. Море цветов. В этом кузове тысячи петуний, и все они украсят клумбы рядом с площадью Кирова. Из питомника цветы приезжают вот в таких деревянных ящиках, а в них маленькие горшочки. Такой способ транспортировки наиболее комфортен для растений. После высадки они приживаются очень быстро. Цветы петунии очень нежные, будто крылья бабочек. При этом краса цветников из семейства посленовых, то есть родственница огородных королей картофеля и томата. Южные петунии прекрасно освоились на волжских широтах. И все лето обильно цветут по всей Самаре. На площади Кирова белые, красные, лиловые петунии нашли прекрасное соседство с тагетисами. На клумбы цветы переселяют в соответствии со специальными схемами по канонам ландшафтного дизайна. У нас есть специалисты, которые рисуют нам рисунки, выдают нам, и мы по ним уже размечаем, и потом сажаем. У нас в теплицах очень много выращиваются, там они тысячами, а нам, соответственно, вот сколько нужно на рисунок по размеру, столько и берем. Перед посадкой грядки подготавливают, скапывают и рыхлят, чтобы цветы лучше принялись. Дальнейший уход будет несложным и довольно бюджетным – рыхление и полив. 2660 петуний украсит этот сквер. Чтобы разместить красоту по клумбам, нужно несколько часов. Работать не скучно. Жители города подбадривают, столько цветов в Самаре еще не было. По площадям, во дворах люди уже цветы сажают, как-то красиво делают. Город преображается, конечно, и чистота. Это великолепно, я считаю. Украшения – это всегда хорошо. Мне очень это нравится. Я всегда любуюсь, я здесь часто бываю. В этом году по программе «Цветущий город» в Самаре цветами украсят почти 20 тысяч квадратных метров парков, скверов, бульваров и улиц. В связи с такими изменениями она станет, я думаю, лучше намного. И чем больше таких будет мест, я думаю, будет лучше для всех. Расцветать город будет и в перспективе. За 5 лет площадь цветников планируют увеличить в 3 раза, до 40 тысяч квадратных метров. Такими темпами у Самары есть все шансы стать еще одной столицей цветов Поволжья. А мест, где цветы будут кстати, достаточно. Подключиться к масштабному озеленению приглашают жителей и предпринимателей. Программой предусмотрены также установка ландшафтных скульптур, устройств для мобильного и вертикального озеленения, высадка цветущих и декоративно-лиственных кустарников, проведение городского фестиваля цветов. Марина Кравцова, Константин Головин. События.